Как заявил в ходе мероприятия помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Олег Асанов, сегодня президент Ильхам Алиев делает все для формирования свободного плюралистического общества. По общим тенденциям, проводившиеся до сегодняшнего дня в Азербайджане выборы оценивались как справедливые и прозрачные. Предстоящие парламентские выборы в этом смысле не станут исключением, считает Олег Асанов. Представитель администрации президента Азербайджана отметил, что пресса – это важный участник выборного процесса. Задача прессы состоит в том, чтобы правдиво анализировать избирательную среду, изучать настроение населения, связанные с выборами, его активность, считает помощник президента Олег Асанов. Он также отметил, что сегодня журналистского удостоверения достаточно для того, чтобы представители СМИ могли наблюдать за избирательным процессом в Азербайджане от начала до конца. В свою очередь, выступивший на мероприятии председатель ЦИК Мазахир Панахов сказал, что Центральная избирательная комиссия Азербайджана всегда стремится к открытой работе с представителями прессы. «Мы хотим, чтобы в наших мероприятиях принимали участие как местные, так и международные органы прессы, чтобы не оставалось никаких сомнений по поводу воли азербайджанского народа», заявил глава ЦИК. По словам Мазаира Панахова, 9 октября стартует агитационная кампания парламентских выборов, и поэтому было решено провести подобное мероприятие именно сейчас. Санан Рзаев, CBC.